заходит сейчас на дачу сосед. О, Андрей, а ты большой-большой грешник. А ты знаешь, что работать в праздник, на Пасху, это огромный грех. Да я говорю, вроде я не работаю. Копаться по даче, это для меня вообще-то отдых. А ты, говорю, сам-то, я вижу, с утра занимался богоугодным делом, а? Как это самое? Сколько принял-то? Да, говорит, ну, бутылочку-то уже накатил. А вообще, говорит, будешь со мной? Это у меня еще есть. Нет, говорю, нет. У меня вон поле для отдыха просто нескончаемое. Так что, друзья, грешите правильно и с удовольствием. Всем привет!